Матери троих заключенных в Иране американцев приехали в Тегеран. Иранское правительство согласилось выдать им визы на неделю, чтобы они могли повидаться со своими детьми – Шейном Бауэром, Сарой Шурт и Джошем Феттелом. В июле 2009 года троих туристов арестовали в автономном районе Курдистан за незаконное пересечение границы Ирака с Ираном. Недавно иранский прокурор заявил, что американцам могут выдвинуть обвинения в шпионаже. Матери заключенных появились в аэропорту в черных накидках в знак солидарности с иранскими правилами. Мы здесь, чтобы навестить наших детей. Мы не видели их 10 месяцев. Мы очень по ним скучаем и надеемся увезти их домой. Между США и Ираном нет дипломатических связей, поэтому интересы Соединенных Штатов в Тегеране представляли швейцарские дипломаты. Это является целью их визита – увидеть своих детей. Это гуманитарный визит, организованный властями Ирана. Матери заключенных отрицают выдвинутые обвинения. Они говорят, что их дети просто заблудились во время пешей экскурсии в Северном Ираке.